Программа новостей во многом состоит из информационных поводов, которые подсказываете именно вы, телезрители. Но современные технологии не стоят на месте. И уже сегодня вы можете не только подсказывать журналистам волнующие вас темы, из которых потом сложится сюжет, но и самостоятельно делать новости. Стать мобильным репортером может каждый. Для этого необходимо иметь записывающее устройство и выход в интернет. В нашем подъезде живет такой сосед, он курит, пьянствует и музыка постоянно, и всех соседей это раздражает. Я хотел бы снять это на видео и запустить в программу «Мобильный репортер». Ну, я хотел бы обратить еще раз внимание на то, что нет места для парковок, не хватает во дворах. И хотелось бы, чтобы люди отправляли больше позитивных видео, которые сняли своими руками. Я систематически отправляю видео с видеорегистратора на «Мобильный репортер». Это очень удобно и полезно, и люди должны знать, что происходит в городе. Я бы хотел поделиться тем, что недавно увидел молодого человека, переводящего бабушку через дорогу. Я вижу часто очень то, что в магазинах после 10 продают алкоголь, и мне это очень сильно не нравится. Периодически, да, бывают моменты в жизни, интересные, которые хотел бы запечатлеть. А что, можно отправить видео вам? Ежедневно в редакцию нашей телекомпании поступают уйма звонков и писем от телезрителей. Для того, чтобы упростить взаимосвязь новостей нашего города и небезразличных горожан, мы создали рубрику «Мобильный репортер». Теперь, если вы становитесь участником или очевидцем какого-либо интересного события или происшествия, о вашей новости может узнать весь город. Для этого вам необходимо зайти на сайт эфир24.тв и оставить всю информацию, которую вы засняли или сфотографировали, в рубрике «Мобильный репортер». Телевизионный мир ближе, чем кажется. Присылайте ваши видео на сайт www.efir24.tv и становитесь участником конкурса. Для этого вам необходимо снять интересное фото или видео и заполнить простую форму в разделе «Мобильный репортер». Каждую неделю будет определяться победитель, чья народная новость наберет максимальное число просмотров на сайте.